Минюст, возглавляемый народнофронтовцем Павлом Петренко, хочет взыскать с Южмаша 40 миллионов гривен. Государственная исполнительная служба арестовала счета этого предприятия. Из-за этого уже два месяца завод не может работать. Он накапливает долги за электроэнергию, а 7 тысяч сотрудников все это время не получают зарплату. Арест счетов грозит также срывом контрактов на производство ракет-носителей «Зенит» для программ «Морской старт» и «Наземный старт». По словам главы профсоюза Валерия Васильева, Южмаш выиграл суд и доказал, что арест счетов незаконный. Но исполнительная служба отказалась выполнять это решение суда. В 2014-16 годах у предприятия накопилась задолженность за электроэнергию. Ее погасили за счет бюджета, но якобы остался несписанным долг по судебному сбору. Это почти 32 миллиона гривен. Именно их и требует исполнительная служба.